Крепость Шао Кан. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юрка, продолжаем прохождение Mortal Kombat Armageddon на PlayStation 2 через эмулятор PC SX 2. Итак, у нас с вами вновь ловушки. Я должен уничтожить лучника Шао Кана. О, здорово, шлемак, смотри, шлем Шао Кан. Какая-то получерепушка какая-то. Каска. Просто немножко переделанная каска МЧСника, на. Идем дальше. Опа, ну-ка, пролэйнг, что-то открылось. Да хорош вам, надоели. Бла-бла-линк! Чё-то куда-то улетело, чё-то у него руки полетели, ноги, я не пойму. Слушай, ну это не дело, ребят. А как, а нам в какую сторону-то, вправо, влево? Ладно, пойдем сюда. Так, контрольный пункт. Финальный бой, саундтрек. О, статуи все будем с тобой твои лома... Здрасте. Так, сколько раз? Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. По пять раз выезжает, смотри. Первый. Второй. Третий. Ага. По пять и по три раза, правильно? Раз. Два. Вообще не поймешь. Надо, короче, палить, они друг за дружкой какая-то, смотри. Один, два, три, четыре, пять. Ну, ну с кем не бывает, ну глаз вытек, ну да, позвоночник выехал, ну и что теперь дальше-то? Чё теперь, обижаться, что ли? Всякое бывает. Ой, ладно. Еще раз берем финальный бой, саундтрек. Ладно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А, во, после трех раз можно было пойти. Ну ладно. Здорово, ребята. Вы как тут? Нормально. Ой, тихо. Вы что такие здоровые-то? Ребята, давайте дружнее будем. Хватит. Гиганты. Ну-ка, опа. Чё там? О, сундучок, спасибо. Пойдем заберем. Вы же не против, ребят, что я вас тут ваши сундуки пооткрываю? Другой костюм Шанг Цунга. Шанг Цунг. На, ой. На. Нормально, слушай, вообще не пробьешь. Вот какие гиганты вообще здоровые. Ну-ка, на тебя об землю. Ох, как мы его, об электричество. На электролизованный забор у них тут откуда-то электричество есть. Непонятно откуда, я думал, вам его уже давно подключали. На. Да, ребят, ну хорош вы уже, давайте. Да поигрались и хватит. На. Один отъехал, давайте, второго последнего осталось. На! Экологей говорит, на! Все, отъехал. Отлично. Так, опускаем, давай, лифт. Эть, давайте-ка, ну-ка. Остеохондроз мой. На старости лет. Погнали дальше. Все, опустили. Так, раз. Два. Ага. Здесь не видно вообще отсюда, вон, когда он выезжает. Смотри, раз. Два, три, четыре, пять. Ай, ну ладно, хрен с ним, с этим мешочком. Ничего страшного. Сказать, не взяли и не взяли, чего уж теперь поделаешь. Так, подошли. Теперь нам туда надо. Опа, хорош. Успели. О, контрольный пункт. Смотри, глобус. Восстановили. Нам побольше дали ХП. Ну, это ХП-то лишним, как говорится, не будет, правильно же? Опа, ну-ка, ящик, что там такое? Другой костюм Рейко. Рейка. Рейка, канарейка. Здорово, спасибо. Так. Рейка, гонорейка. Так, раз, два, три, четыре. Считаем, давайте. А, здесь, наверное, по столько же раз, как я понимаю, да, пускается. Смотри, раз,
Два. Три. Так, еще разок давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Опа, хорош, успели, красавчики. Так, ну-ка, что такое? Вуаль Милены, Миленка. Твоя вуаль. Для рта, для твоего. Роток твой прикрывать, страшный. Так, ну-ка, что такое? Опа, хорош, мы с тобой восстановили ману, так. Ай, больно. На, да ты что творишь, слышь? На, стражи. А, он улетел, можно было его просто сбросить отсюда, и все. Ой, прости, братан, случайно с ноги заехал. На, куда-то там вниз, короче. Вниз куда-то там за текстуру провалился. Хорошо, хорошо, какие-то куски, видишь, с текстурами, непонятно. Так, а нас не выпускают. А, потому что мы с тобой рычаг не переключили, поэтому нас не выпускают. Дает нам ясный намек. Да что ж такое-то, чихаю, ребят, простите. Так, во, открылись у нас с тобой ворота. Открывайте ворота. Погнали дальше. Так, у нас с тобой черепушки висят. Так, сколько раз? Раз, два, три. Так, сейчас будет пять раз, и мы с тобой сразу спускаемся. Раз, два, три. Давайте, четыре. И пять. Хорош. Нормально. Так, у нас с тобой надо... Ага, не вправо, не, нам влево. Так, проходим. Контрольный пункт. Нормальная контрольная точка. Что дальше? О! О! Ребята, здорово! Что у вас такое? Лифты? Хороший лифт, наверное. Ништяковский. Ну да, чтобы такое-то поднять дело. О, кусок мяса, прикинь. Стейк мита. Стейк мита, это что такое? Это из него приготовленное, что ли? Это что такое? Не пойму. Слушай, нормально такой бифштекс. Слушай, мы бы его бы зажарили бы, да? Да, да хорошечно, да? На костерке бы... Особенно халявку-то. Музыка тюрьмы. Тюрьма. Это у нас с тобой тюрьма была, помнишь, в этом? А, на корабле с сектором. С сектором призм. А чё вы, ребята, щиты-то взяли? Давайте, не-не, давай честно. Ой. Ну-ка, полетели, давайте, ребята. Все, лифт что-то не едет, заедает от ваших... От вашей брони. На, полетел. Давайте дальше, ребята. Подходим, не стесняемся. На. Давай, ну-ка. Полетели. На, поразлетались все, короче, по краям. Попадали, на тебе, щит свой. Это читерство, ребята, я-то без оружия, а вы с какими-то палками непонятными ходите. На. А чё мы остановились? Эй, запустите лифт, пожалуйста, уважаемые. А чё мы, наверное, приехали? Куда ты там, что-то разорался, полетел кот. А, все? Хорошо. Очень хорошо. А, мы приехали, нам дальше не надо. Говорит, лифт дальше не идет, против вас выводить вагоны. Погнали дальше. А чё у вас 150 минут в двери ты понастали? А чё такое? Никого не... Что это темница Шаокана, ух ты! Здрасте! Кван Чи не было здесь 100 лет. Привет, подруга! Я Мелина. Мелина, ты бы оделась бы хоть поскромнее. Станцуем? Давай станцуем, баба. Хочешь поплясать, Мелина? Сейчас мы тебе устроим. Стили-то какие-то в руки понабирала. Первый раунд. Сражайся. Батюшки мои, ну и рожа у тебя. Ну-ка, а я вот так возьму. Поняла? Ай, больно. Откуда это там вообще вот это вот дроби... На! Молотком тебе! Кузнечным! На! На! Ай! Ай! Вархаммер называется, короче. О, Вархаммер, это же игра такая, по-моему, Вархаммер, да? Боевой хаммер. Чё это разлеглась? Давай, давай! На! Уработали бабу вон! Разбили головёшку её. Обстоечку. Сестрица Бараки. Без Обамы. На.
Оп! Ты чё творишь? Баба, у меня из-за тебя FPS просел! На... Ой! Тут лава! Это плавильня, да? Или это как она называется? Гридирня? Её туда можно было бы толкнуть, просто чтобы она туда полетела. Давай, баба! Гридирню, гравирню! Это как это такое, такими какими-то сраными норочками можно отбиваться от молотка, я не понимаю. Все, молоток улетел. Мелина. Да баба, ты надоела. Ты откуда из воздуха-то появляешься? В смысле в воздухе отбить удар? Фокусница. Что ты навыдумывал-то вообще? Тут он набрызгал, наплевало своими. У тебя что-то поляшком... Бабища, у тебя что-то поляшком стекает. Слушай, для таких вещей нужно тампоны использовать. Чтобы... Чтобы не протекать. Все! Уработали бабу. Зубастую. Ее гордость была задета, Милена убежала... крепость. Тавину стало интересно, что же это за странное создание. Да это просто баба зубы себе нарастила и все. Ну, кто-то наращивает себе там ресницы, кто-то ногти, а кто-то зубы наращивает. У всех женщин разные свои какие-то предпочтения, вкусы. Я все это прекрасно понимаю для красоты. Это для того, чтобы мужа своего в браке пугать. Другой костюм Милены. Ну, это тоже костюм такой себе, если честно. Особо... Ой... Откровенный. Никуда не наденешь. Так, ладно. Погнали дальше. Что у нас с тобой? Какие-то ворота? О! А, злые жители темницы Шаокан включили тревогу темницы, которая не только привлечет больше жителей, но и убьет тебя через 2 минуты. Пошли их в могилы, пока не закончилось... Интересно. Реклама какая-то, опять спам мне идет, приходит. Ребята, вы чё? Вы чё такие волки-то? О, давайте, все, ребята, горим. Давайте, будем вас переплавлять. Переплавляем всех вас. Давайте, все. На переплавку отправляемся. Чё ты встал-то? Чё ты там размахиваешься? А, они вообще... А, они изичные, я забыл это. Это те, которые были лютые вообще какие-то челики. А это вообще бомжи какие-то. Лохматые, заросшие все, переросшие. Чего вы тут по земле мне пускаете, слышишь? Давай, полетел туда там. Поехали, все. Вот, на переплавку. На. На, на. Да вы что такое-то? Чего вы все долгие такие, не пойму. 57 секунд осталось у нас с тобой. На, жители деревни. Ну-ка. На, давайте, волчары, как сейчас устрою. Все, бах! И все отъехали сразу. Хотели на переплавку всех отправить до конца, но не удалось. Контрольный пункт. Здорово, ребята. Освободи меня, сейчас. Дверь закрыта. А кто это такие-то? В татухах все. Какие-то блатные, слышишь, что тут вообще такие лютые, наверное, на пятой ходке уже сидят. Так, это что-то какие-то челики. Помоги мне, я не виновен. Да, я не сомневаюсь, Верток, что ты не виновен-то. Здесь закрыто, тут что-то вообще ничего нету, никого не видно. Дверь закрыта, дверь закрыта. Ага, ну-ка, опа! Уходим отсюда. Куда? Я не знаю. Давай сюда. Да бегите хоть куда-нибудь, ребята. Так через главный вход надо было, там, где мы были. Чё-то там, короче, какой-то сидит. Стоит палач, похоже на то. Так, что у нас с тобой дали? Ну-ка. Датчики макап. Датчики пикап, наверное. Пикапа. Чё это такое? Это какой-то белок от яйца, что ли? И какая-то черная платформа, или что это, шапка такая? С помпоном. Похоже на шляпу с помпоном, наверное. Больше всего по внешнему виду. Опа, опа, опа. Кувырок, кувырок. Так, что такое? Ну-ка.
Броня старших богов же. Женские плечи. Нормально. Прикольно. Мы с тобой практически всю, кстати говоря, броню, по-моему, собрали эту. Это для создания персонажа потом может понадобиться. Так давай посмотрим, что у нас с тобой здесь еще есть. Ой, тихо, яд. Опять меня хотели туберкулезом заразить, но все нормально. Сами выжили. ХПшку побольше восстановили. Так, давайте давим черепушки. Здесь может что откроется опять. Еврейский мешочек с золотом. Музыка ада. А, все понятно, что это теперь такое было за текстура. Я-то думаю, там люди летят, кричат, смотрят на оплаты по налогам. Все понятно, что это за место было. Ладно. Мешочек с золотом. Маска Драхмина, это которая его, вот это анимешная, с, это косплейная. Нормально. У нас с тобой 48 из 60 уже собрано... Как их назвать-то правильно? Артефактов, назовем их так. Практически, значит, мы с тобой закончили, видимо, игру. Приблизились к концу. Так. Другой костюм Тани. О, Танька. В желтом костюме. Горнолыжница. Татьяна. Погнали. Так, погнали дальше. Ока. Что происходит? Беги, мужик, что ты тут уселся? Медитируешь. Оп. Ну, я тебе говорил, беги. Палач какой-то. Здорово. Что он... особо не общительный, я вам скажу. Ой! Мне в самом начале надо, наверное, делать. На! Смотри, что делает, а? О! Ни хрена себе! Как одним разом. Слушай, братан, тебе бы, знаешь, куда бы не мешало бы идти работать? С такой энергией. Траву косить. Косу взял, так и пошел, так как юла начал крутиться. Ну а чё бы нет. Давай мы с тобой, короче, заюзаем. А, надо было сначала его сюда, наверное, короче. Опа, смотри, как надо было. Ну-ка, ать. Бабах! Да, хорош, загорелся. Опа, я успел, видал как? Слушай, реально ему надо идти траву косить. Ну просто с его такой энергией. Нет, я не попал. А, его и с ноги тоже можно, и с руки побить. Чё там, ты где? Братан, я тебя не вижу. Ух ты. Слушай, серьезно, как юла крутится. Опа, здрасте, куда это мы собрались? Ну-ка, бабах! Все, вот так вот, отъехал. Так, что нам с тобой надо, смотри, зажечь, наверное, огонь, потому что... Ну, как бы, внешне просто очень похоже было, что надо было зажечь огонь, так сказать. Головоломка, не хватало этого огня. Броня старших богов, в смысле, же плечи, так мы с тобой их уже открывали, зачем еще-то раз? Еще ничего и нет у нас с тобой. Что-то еще зажечь надо. Что такое? Ключ дали нам с тобой. Это, наверное, то, чтобы калитку открыть для него, да? Опа, это нам с тобой на халяву открыли. Сейчас нам с тобой надо заюзать. Что такое? О, ящик дали. Спасибо, ребята. Ну-ка. Другой костюм Шуджинко. Шуджинко, это, по-моему, не Шуджинко. Это же этот самый. Знаешь, кого зовут? Скажите, как его зовут? Сейчас тебе скажу, как его зовут. Фура из Форт Боярда, да ладно! А ты что здесь делаешь? Прикинь! Что здесь забыл? Фура из Форт Боярд! Его мистер Бу, походу, короче, в тюрьму форта отнес. Проштрафился. Старикан. Шаукан. Куда тебе до Шаукана? Иди свою вон. Бальзам, золотая звезда, рекламируй. Или банк что-то там рекламировал. Спасибо, незнакомец. Я Шуджинко. Шуджинко, ты фура из Форт Боярда, а не Шуджинко. Я ж тебя знаю, сколько тебя уже видали лет. На своей башне там сидит. Ой, не могу. Они сейчас в его зале. Планируют сражение.
Я позволил, чтобы меня схватили. Из этой темницы я смогу войти в гробницу души Шао Кана. И как только буду там, я смогу уничтожить его и его союзников одним ударом. Серьезно? Тебе сколько лет-то? Посмотри, у тебя он уже все лицо морщинистое. Засидел уже весь. Я тебе защиту. Защиту? Я только что уничтожил здесь все. Глупый старик. О, повидал как? И исчез, дед, растворился в небытие. Музыка в логово Гора. Горе. Ну, явно там он даже... Там такое у них было горе в этом логово, что там даже скелет повесился. И такое слыхано. Медаль Шуджинка. 49 из 60 мы с тобой нашли артефактов. Хочешь выйти из темницы и вернуться к лифту? Наверное, да. Да? Хотим же, мы же все вроде нашли. В принципе-то. Все нашли то, что надо было найти. А, все. Ван Чи не был в темноте. И слов Шуджинка можно предположить, что он в тронном зале. Надеюсь, этот лифт отвезет меня туда. Конечно, отвезет. Если заплатишь. Видишь, тут еврейские мешочки с золотом крутятся. Очевидно, здесь всем управляют евреи. Поэтому они нас, собственно, сегодня и отправят вновь на лифте на более верхний этаж. Ну что, едем, движемся. Здорово. Ой! Будем мясо разделывать. Как-то вообще на изи. Слушай, хорошая заточка-то, а? Паджи, куда ж такая не снилась, ты прикинь? Музыка пустоши, саундтрек. Да ты чё слышишь? Наглец, давай, оп, проделали. На! Да хорош вы, надоели, кто там? Всё. Куда ты закрываешься? Блок против моего огненного шара решил поставить. На, на! На, опа, разошлись. Разъехались, ребята. На, опа, оп. Давай, да хорош вы там всю реке наметать. Вам блок ваш не поможет. Все. Так вот. Отлично, всех разделали, короче, смотрите, у нас с тобой кусочки мяса валяются. Еле протекстурированные. И мы должны были с тобой прибыть на место назначения. И вот мы с тобой приехали. Это реально какая-то башня. Мы куда-то поднимаемся, видимо, очень-очень высоко. В тронный зал. К какому-то... К трончику. К лохотрончику. Контрольный пункт. О, здорово, статуя. Так, у нас с тобой показывают пол, по которому надо бить. По всей видимости, с кастета, потому что, по всей видимости, там кастет... Опа! Прикинь, статуя ожила. Светящиеся сферы. Если бы я смог заполучить их силу, но я не могу к ним приблизиться. Ну-ка, сейчас. Сейчас приблизимся. О-о-о! Так, что у нас с тобой? Что-то мы открыли с тобой. Так, что у нас с тобой так? О! Ну-ка, золотой сундук. Броня старших богов! Же-шлем! Смотри, какой же шлем! Легионки! С ушами! Видал, как у этого? С ушами, как у летучей мыши. Или как у слона, ой! Тихо, браток! Хорош ржать! Рукавицы Гора! Поздравляем, вы открыли Блейза! Видал, мы с тобой Блейза открыли, огненного. По всем видимости, теперь за него можно будет играть, наверное. Так, Рейдена. Костюм не открыт. Другой костюм Рейдена. Так мы только что его открыли. В смысле, я вот это не понимаю. Как понять, это вот не открыт? Мы же его открыли только что. Мне говорят, не открыт. Да хорош! Вы что, зарубил его-то? Война началась. Какой-то каменный кусок голема меня почему-то. По непонятным причинам. А, все, мы его уже сделали. Все, огонь открылся. Серьги Шивы! 51 из 60 мы с тобой нашли. Так, нам с тобой... Ай! С тобой движемся дальше. Бежим. Может, здесь какой-нибудь тоже секретик поставили? Да хорош, отвали от меня. Читак сквозь текстуру бьет. И посмотри, что он делает. Ай, да нет, я хотел выстрелить! Да, сам ты жалкий глупец, кусок камня обоссанного, который научился разговаривать 2 недели назад. Так, к
Короче, здесь у нас с тобой, смотри, что валяется. Доспехи Кентару. Просто какой-то кусок непонятный меха с какой-то красной банданой и рогом от носорога. Бред какой-то. Так, открываем. Броня старших богов М, плаш. Мы с тобой плаш открыли, видал как? Ну-ка, сейчас мы с тобой вот это заюзаем тоже. Ну-ка. Все. Завести, сейчас мы с тобой все заведем. 100 монет, опять вы мне по сотке даете. Но, ребят, я тут напрягаюсь, не знаю как. Давай, подходи, браток. С лазером стреляют, кто-то смотрит. Ну-ка. Опа, ну-ка, теперь давай, бах. Бабамц. Смотри, как забубенили тут. Чтобы покончить со всем. Да, браток, ох ты, ни хрена себе. Почувствуй силу бороды, я тебе так скажу, понял? Почувствуй силу Юранки, которая сейчас тебя втащит. Да елки, что ж ты делаешь-то? Землетряс. Опа, все, остановили время, стукнули, бабах. Бум! Все, руки разлетелись. Разнесло. Кусок обдрыстанного. Обдрыстанной глыбы. Шаохан. Костюм не открыт. Мы уработали только что. Каменная статуя, прикинь, ходячая. А если бы так статуи Ленина сейчас везде бы встали бы, прикинь, ходить бы начали. Что бы вообще происходило? Особенно для людей, которые в СССР жили. О, это вообще было бы люто. Зубки чьи-то. Челюсть. О, здорово, четырехрукий. Еще один казак, что ли? Смотри, у него опять чуб. Ты кто? Что ты здесь делаешь? А ты кто? Полегче, Шокан. Шокан. Ты его видел? Клячи ищу. Он клячу. А, у него еще и четыре сиськи. Четыре руки и четыре сиськи, смотри. Или это у него пресс на груди накачан? Не понимаю его строение, со структуру. О, смотри, как забомбило. Смотри, у него реально четыре сиськи. Что происходит? Братан, у тебя, кажется, по спине лишай побежал. Тебе бы еще не мешало бы к доктору обратить. Как это мило. Самое желание помочь мне по морде давали. Гора. Зора. В шаолинских труханах. С красной повязкой, которую нужно надевать на шею, а не на трусы. Оу! Ай, больно! На... Ох ты! Да ты серьезно? Да отвали ты! Надоел. Сейчас мы его уработаем. Второй раунд, сражайся! На! Опа! А если я тебя с ноги дам в нос твой? А? Чуп твой! За чуп его надо дернуть просто. На, опачки, тихо. Вы крутасы, покрутас. Открутились, повертелись, здрасте. О, на, опа, да хорош ты уже, все. Успокоились мы с тобой. Оп, носик-то. Приехал. Четыре груди, четыре руки. Еще четыре ноги ему надо было сделать. Четыре глаза и четыре уха. Это был бы... Многородный грудолях это был бы. Многогрудый. Да хорош ты уже. Да что ж такое-то в конце-то? Ты концов. Хватит меня отправлять в полет. Не хочу я летать, мне уже надоело. Я б тебе как... Что за семейка, я не понимаю, четырехругих уродов каких-то чернобыльских, блин. Причем 150 миллионов, блин. Все, наверное... Они, наверное, друг друга просто... Это самая семейка своих продвинула просто в этой битве, блин. Смотри, одни четырехрукие, вторые четырехрукие. Я не понимаю, что за братья, блин, с сестрами тут. Компашка собралась. Когда Гор убегал, то прокричал: в этот раз ты меня победил, сын Аргуса. Но если мы еще раз встретимся на поле боя, тебе так не повезет. Да. Ну, а всех уже перегасили, все это мы уже слышали. Все ваши угрозы. Думать, что вы такие крутые, не тут-то было, обломались. Так, здесь закрыт у нас с тобой.
Нам с тобой не дают туда пройти, поэтому мы с тобой движемся дальше. Так, что такое? Ну-ка. 500 монет. Так, что дальше? Глобус. Так, во! Ману увеличили. Так, что такое? А это, походу, тот самый зал, да? Ух, нормально вы тут. Ребята, стратегический план-то строите. Ни у одной армии таких карт огромных нет. Или что, это фишки играете? А, это фишки, они, наверное, в монополию играют, понял? Фишками ходят. Понимаю, братки. Чего ты встал? Давай, слышишь? Молнии. Молниями бьют. Уйдите. Зевсы недоделанные. Ну-ка, на. Сейчас эти... Ай. Кто там кого-то ударил, походу. Судя по звуку. На. Все, покатился. Покатуш. Да на... Я промахнулся, вы серьезно? Опа! Да я здесь, братан! Не зевай! На! На! Все, вы че тут, блин? Хранители с копьями! Все! Отъехал! Оп! Ну-ка, в другую сторону посмотри, там забор, братан! На! Фаталити! Ты куда там скакал? Скакун арабский, слышишь? Кенгуру! В красном. На! Все, что ли? Ну-ка, бах! Головешка полетела. Давай, будем теперь твоей головешкой играть в монополию. На! На! Бах! Все? Где все-то? А, вот, здорово, прискакали. Кто там где? Опять вы со своими... Да хорош уже. Я ж... Я попал в него. Ты чё? На! Об стеночку давайте, как об стенку горох. Как об стенку дурёх кидать, давай. Ну-ка, на! Об земельку. Вообще, он должен был, по-моему, встать, должно было быть фаталити. Ну, ладно. На! Все, раз. Отъехал до последнего. Пи-у, шарик летит. Бабах! Конечно, невероятно, это же я, Юранка, вы что? Так, нам туда надо с тобой подойти. Давай попробуем здесь посмотреть, может быть, что-то. И, скорее всего, опять как раз-таки вот эти сейчас будут где-то последние... У нас с тобой валятся артефакты. И их бы надо отыскать. О, шляпа. Шляпа Рейдена. Нормально. Слушай, это разве шляпа? По-моему, какая-то шляпка от гвоздя. Больше похоже, нет? У меня какие-то... Что-то у меня ассоциации закончились. Нет, это... Понял, это крышка от ведра. Вот что это такое. Ну, ведро закрывает. Знаешь, такие ведра некоторые закрываются. Вот это... Или это... Нет, погоди, это от кастрюли. Точно, это от кастрюли. Ну, видишь, там такая пупырышка вверху. Это от кастрюли такая крышка. Какая-то шляпа. Ребят, что вы дичь какую-то втираете мне? Дверь закрыта, нас не пускают. Ладно, тогда идем туда. Здесь ничего больше нету. По ходу дела, поэтому с тобой идем сюда. А, и нас обратно возвращают. Молодцы. Так, кто-то играет в монополию. Фишками. Это была элитная охрана. О, енот, здорово. Как скажешь. Потому что у него глаза, видишь, как у енота накрашенные. Здесь, чтобы убить императора. У тебя тушь подтекла, братан. Если кто и заслужил смерти, так это Шао Кан. Умойся. Но я здесь ради другого. Кван Чи. Клячи. Я ради клячи. Нормально, у тебя причесон такой. Мне виски выбрал так назад. Защищать союзников императора. Я Рейка. Тоже в костюме. Рейка. Генерал армии Шао Кана. Ты гонорейка. У меня предложение. Императору нужны хорошие воины. Обычно я не вхожу в союз с безумными эгоистами. Это не ко мне, братан. Тогда я думаю, что мне необходимо убить тебя. Ну ты... Чё такой злой-то? Конечно, видишь, сразу со мной начал драться. А, вот тут вот у него который этот... Молоток. Первый раунд. Молоток этого. Я забыл, как называется-то. А, у него крауд и хам. Хаммер какой-то. Да ты чё, слышишь, творишь? С вами сюрикен. Ой, у меня обалдеть, сюрикен застрял. В лобешничке. Бывает. Да хорош-то уже. Читак.
своим молотком. Надоел. Да отвали ты. Че такие лютые-то, блин, гонорейка? Гонорейка победил. Надоели. Честное слово, ребят, ну так нельзя. Сражайся. Давайте будем, или это самое. Да людьми давайте будем. Людьми, хорош ты, надоел мне уже. Да как ты надоел-то, а уже? Свои читерские приемчики, захватики применять. Смотри, собака что делает, а? На! Да хорош! Собака. Не могу, мне надоело. Давай попробуем второй раз. Сейчас, если не получится, то нам будет 5 минут ставить паузу. Хардкорные какие-то, просто жесть, а? На! Опа! Да хорош ты уже, достал! Собака, а? На! Видал, какой тебе захват сделаю? Я тоже хотел сделать прием, у меня он не схватил его. Класс вообще. Серьезно? Рейка победил. Могу меня бомбить просто. Седовласый. Сражайся. С потекшей тучью. Трансвистюга! Успокойся! Хватит! На! Опа! Видал, как надо? Опа! На! Нарушитель! Да пофиг, что я нарушитель, он тоже еще тот читак. На! Видал, как хорош! Таффин! Таффи победил! На, опа, да ты чё? Да хорош ты, надоел уже. Да сколько можно-то такие комбо делать? Что за чушь вообще? Да отвали! Дурной. Трансвистюга. С подкрашенными глазами. Да хорош, на тебе! Да на... Да хорош ты, отвали-то уже. Пёс. Короче, победил я этого додика, уделал нас с 5-й попытки опять. Мы с тобой, видишь, бегали-то по их монополии. Все фишки позбивали, вот ни одной фишки теперь не стоит. Она громадная, просто жесть. Это играть в нее, наверное, только месяц просто садиться и не вылезать. Там уже, наверное, одни анорексики тоже не ели, не пили целый месяц, когда играли. Хромая, испытывая жесткую боль... Гонорейка сказал, если все же я не выполню свои обязательства, очень жаль, что я не спасу клячу. Все понятно. Короче, сам виноват, потому что нечего было на меня нападать. Я всегда говорю, нужно всегда быть добрее к людям, а он бросается, как собака. О, здрасте. Это что такое? Это мне еще испытание теперь под конец хотите игры дать? Баба, ты серьезно? С возвращением, молодой воин, твоя тренировка только началась. Блейз слишком силен, чтобы уничтожить его... В таком виде, может, его можно ослабить? Возможно, ключом является сушность. Ты где, сушность? Давайте. И чего? Баба, у тебя в твоем... О, здорово. А ты что там повис-то? Руки что-то это сам превознес. Подруга. Или как он там ее звал? Мамка. Говорит, у тебя здесь метеоритный дождь начался в твоей гостиной. Тебе бы крышу сделать нормальную. Ну, жесть какая-то. Где вот мне его искать, а? Скажите мне. Сушность, ты где? Шарик. Красный. По-моему, это не сущность Блейза, это обычная икринка красная, это красная икра. Вы меня обманули. Все. Хорошо. Нормально, справились. Красавчик, идем дальше. 2500 монет. Хочешь продолжить? Ну, давай продолжим.
Так, Блейз ослаблен, убей его, используя ярость богов. Ты чё слышишь, красный? Чё, в солярии пересидел, что ли? Пережарился на солнце? Ну, собака, если сейчас... Да ничего он может, ничего он не может, этот бомж, блин. Какой-то весь покраснел, потому что перепил. Глаза залил в бельмо, залил в себя. На! Уработали, уработали мы тебя. Мы тебя уработали тебя. Иди, валяйся, отдыхай, спи, проспись. Завтра придешь. Все, мы закрываемся, до свидания. Приемная не работает. Отстаньте, гражданин, начальник. Все. На изи, видал, как уработали этого краснокожего? Дисфантащий мой нет. Так, хочешь продолжить? Давай продолжим. Так, что у нас дальше? Звуки битвы привлекли внимание повелителя этой территории. И, похоже, он не очень доволен. Кого? Кто? Батюшки мои, Шаукан, собственной персоны, с молотком пришел. Кузнечным. Он там, наверное, мебель с таким молотком собирал, а мы его отвлекли, братан. Но я не хотел, прости, чтоб пошумели. Шаукан. В маске со своей противогазкой, черепушки. Хорош, ты что творишь? Я тебе сейчас такое я устрою, слышишь ты? Да хорош ты. На! По пяткам, по ляжкам, по обрызганным фисташ. Шаука победил. О! Второй. Бомбит. Сражайся. Давай. Шаукан. На! Еще разок! Еще разок давай с подката! Опа! Ах, ты успел, смотри какой! Да хотел с прыжка ему в нос дать! Слушай, цирк какой-то, по-моему, а не битва просто. Молоток в руки взял, бьет ногами. Вообще, логика. Класс. Да ты чё меня водишь, что у меня головокружение сейчас начнется. У нашего Таффина. Ну тебя вообще. Надоели. Достали они меня. Качок ты, чернобыльский. Он на себя еще додумался, видишь, что сделал? Он, короче, тапки из бани надел на себя. Ну вот эти вот, которые шлепки. Человеку слепок. Сейчас мы его уделаем. Ну, видишь, что происходит вообще в этой жизни. Жесть какая-то происходит. Нереальная причем. Ну, реально, тапки, смотри, как из бани вон. Который палец, знаешь, натирают этот большой. Нашел вот, в общем, на битву-то прийти. Молодец. Красавчик. Уработали. Давай посмотрим, сейчас получится у нас второй раз его уделать. Не получится, не знаю. Мне надо будет память освобождать, у меня уже практически перегружен, короче, мой SSD-шник. Потому что несколько серий записал. И там уже... Они много весят, ребят, очень много. Практически по 20 гигов. Потому что без сжатия записываю. Ну как, со сжатием, конечно. Без сжатия было бы, они весили бы гигов 200. В очень хорошем качестве. Давай. Опа, видал как? Видал? Ха! Уработали. Все. Отвалил от меня. Понял? Так я тебе и скажу. Невероятно. Конечно, невероятно, сколько у меня пердак взрывается от такой игры. Еще 1500 монет. Идем дальше. Хочешь продолжить? Конечно. Ты хорошо постарался, чтобы зайти так далеко, но можешь ли ты победить равного себе? Кого? Батюшки мои. Братан! Браток! Давай сядем с тобой за стол, пообщаемся вместе. Как ты жил-то? Все это время. Как мы с тобой, видишь, сколько не виделись лет. Давай я тебе... Давай, братан, обниму тебя. Об забор, об железный. Электрический. На, это все? Равного мне? Вы серьезно? Какого он равный мне? Он на что не способен? 3200 монет. Что дальше? Ну-ка, давай, продолжим испытание. Последнее, наверное, да? Тавин, ты стал сильный, но все еще не достиг своего полного потенциала. Это твой последний тест. Пошли, пусть твои родители покажут тебе силу, которая горит в твоей душе. Что это такое? Батьки! Давайте, правильно, бейте их, спасибо. Мамка, ты что стоишь?
Сними капюшон, ты не видишь ничего. Куда ты головой таки это самое виляешь? Конечно, никого не видишь, что здесь происходит. Давай, открой очи. Разуй очечи. Да куда в меня-то по своим? Не бей, батёк. А, да батёк меня накрывает, оказывается. На. Давай батька зарубим этого. Ну-ка, на тебе, батёк. Чтоб отвалил от меня. Видишь, что делают вообще, что творяют? А, короче. Короче, у них получается, у него мамка создает, короче, этих ребят. А батёк, короче, молниями нам бьет. Спасибо, батёк. Ты очень добр. Бобр просто. Ты просто бобр. На! Да хорош отвалить от меня уже! Достали собаки! Все против меня! А, вот это настоящий, походу. Те это фейки просто. Да отвалить от меня, запинали, блин. Три бомжа на одного алкаша, хорош. Напали. Здесь, короче, настоящий вот этот ходит. Его нужно убить, самое главное. А эти так такое себе. Да отвалить его, собаки. Как достал, а. Я не берет огонь. Что за бред вообще? Чушь какая-то происходит. Отвали, собака. Фальшивая, плешивая. На. На. Да хорош, вы что достали? Батёк, помоги. Вот так вот, спасибо тебе, батёк. Эти, короче, лоу хп, что они с одного удара отъезжают, а этих... Их вообще накрывать. Короче, эти легко накрываются, один только вот этот бомж, его вообще тяжело накрыть. Да хорош, достали. Короче, не знаю как, но я батька, короче, вынес, прикинь. Он, короче, здесь стоит, я подхожу к нему в упор. Короче, нажимаю этот прыжок об землю, и, короче, батёк улетает за текстуру просто туда. Вообще, я не могу, ор. Ну, по крайней мере, никто молнии меня бить не будет, хотя бы. Хотя бы будет чуть полегче. Да хорош вы достали, блин, собаки, а. Такие псы просто, вообще я не могу. Неужели, короче, я его уработал? Просто это какой-то... Какая-то жесть просто невероятная. Вот серьезно вам говорю, ребят. 5000 монет. Что дальше? Сегодня я тебе достаточно показал. Возьми, что изучил, и реши свою судьбу. Да уж, после такого-то точно явно... Только и решать свою судьбу. Так. А все нам? А нам куда вообще? Мы же все вроде закончили, да? Нам вово нам открыли дорогу. Все. Ребята, мы с вами наигрались. Теперь можно текать. 1000 монет. А, еще у нас с тобой вот этот додик ожидает. Класс вообще. Ну ничего, мы почти, ребят, закончили уже, как я понимаю, наверное, серию. И потому мы не должны. О, лысый! И присоединиться к основным. Чего у тебя такое? Это индус, походу. Смотри, у него вон точка красная во лбу. Почему мы должны доверять тебе? Я не присоединяюсь к союзу предателей. Баланар. Крылатый, кто это? Летучая мышь? Недоделанная. Анага. Друзья мои. Мы все предатели по натуре. И предательство — это наша специализация, но если мы не объединимся, по крайней мере на время, возможно, всей тьме придет конец. Я всегда один. Я объявляю об этом и говорю, что уничтожу вас всех здесь. Анага. Анага. Император Анага. Уже не император. Анага, рогатый. Ты не слушал, что Кван Чи сказал нам. Силы света также хотят заполучить эту силу. Тебя не уничтожить их самому. О, нога, он говорит. Только так если его мы зовут, все понял. Тогда у нас будет шанс противостоять всем. Но как же мы получим главный приз? Если Анага победит, он сможет использовать эту силу против нас. Я воспользуюсь этим шансом. Шанс он не получит, не вам. А что с братьями? Что с ними можно сделать? С ними уже ничего не сделаешь, их все уработали уже. Второй находится в Эдении. Мы должны идти туда. Наши союзники ждут. Чё такое?
Чуть переглядываются, ребята. На войну. Давайте, шуруйте. Толпа дуриков, лысый, с точкой во лбу, индус и трон у нас с тобой остался. Красная креслица, слушай, мне бы такое ништяковское креслице сюда, а? Ко мне бы, вот вообще было бы классно рассеять. Мягонькая, да? Хорошенькая. Кожаная. Не переходи через этот портал. Рейден. О, Рейден, шляпник. Ты выглядишь другим? Но я рад тебя видеть здесь. У него... Мне нужна твоя помощь. Шао Кан и его союзники. Шляпа. Этот... Это меня не касается. Чё-то глаза не покраснели. Ты всегда сражался против сил Шао Кана. А сейчас он планирует новое сражение, и ты ничего не сделаешь? Мы не должны стоять в стороне. Мы должны закончить это. Нет, там. Кем он себя, ниндзя возомнил, что ли? Шао Кан не будет претендовать на Ирзлим, когда его сила одержит победу. Когда он одержит победу? Что ты говоришь? Почему он не тронет Ирзлим? Потому что в ответ я не дам тебе завершить твое задание. В смысле? Ты чё, слышишь? Мы же были вместе. Ты чё такое? Чё ты меня рукой... Ты думаешь, рукой меня притормозишь? Сражайся. Это вряд ли, братан. Шляпник. Это чё такое? У тебя, братан, в руках. О, тихо! Наэлектролизованный. Это у него, походу, этот, зубочистка, только в увеличенных размерах. В 200-кратном размере. Нет, в 500-кратном размере увеличенная зубочистка в руках. Какая-то палка или от швабры отломил. Ты чё, Джеки Чаном себя строишь, братан? Так я тебе скажу, что на него не похож. Если тут то ли ниндзя, то ли Джеки Чаном каким-то... Наэлектролизованный дядя Петя, которого в детстве ударила молния. И у него... Он думал, что появилась сверхспособность. Но на самом деле это... Что за аффективное расстройство у него оказалось? Это всего лишь его сон. Да хорош, ты достал уже. Бред вообще. Ничего он не победил. Сейчас он отъедет. В два счета. На! Оп! Да хорош ты уже, отвали. Да достал. Хорош. Надоел уже. Наэлектролизованный. Да отвали ты уже от меня. Собака. С крышкой от сковородки, не голове. Это ж крышка от сковородки, вон у него или от этого. От пароварки, видишь? Зубочистка в руках. Что за додиков понапридумывают в конце концов-то в этой игре, а? Ну чушь же, какой-то плащ на себя, черный плащ накинул. Черным плащом себя возомнил. Да хорош, ты достал уже. На, туда я тоже сейчас буду с мечом, короче, против него. Дреки Сворд. На, да хорош! Миссовать, блин, достали. Я не могу, такой геймплей всратый. Просто дичь полнейшая. Короче, уработал я этого наэлектролизованного, который два пальца в розетку сунул. Вот, все, сохранка, короче, ребятушки. Итак, не красноглазый. Чтобы Рейден пристал к врагу. Вот так вот, видал? С момента начала предатели. Ничего не имеет. Броня нас это не защищает, которую нам давали. С ног на голову. Я хочу отказаться от поисков, но если я это сделаю, Даган победит. А он стал слишком злым, чтобы заменить отца в качестве защитника. На данный момент силы тьмы проникают в Эдению. Я должен их как-то остановить. Вот так вот, ребятушки, да? Конечно, больше это сделать некому. А пока что на этом все у нас с вами. Не забудьте подписаться на канал. Поставить лайк, рассказать, друзья, Эдинианские руины. Это, по-моему, следующее, вроде как последнее. Должна быть вроде как глава. Поэтому... Дома в Эдении. Похоже, что я где-то поблизости древних. Скоро, ребятушки, мы с вами увидимся. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, еще раз рассказать друзьям и написать комментарий. До новых встреч. Будет много всего интересного, не менее крутого. О! Здорово! А ты еще кто? Я Скорпион. Скорпиошка. Я ищу мести. А я здесь при чем? Мести старым богам. Они предали меня.
Скорпиошка. В награду за выполнение их воли. Я раньше думал, что Саб-Зиро и Скорпион, что это якобы братья. Ну, типа, они ж похожи, огонь и, типа... За это предательство я уничтожу старых богов. Огонь и этот... реальность от Армагеддона. Холод. Я уничтожу и тебя, и твоего брата. Я тут при чем вообще? Я-то тут точно не при делах. Ну ладно, ребятушки, это мы с вами в следующей серии уже будем биться. Так что будет много всего крутого и интересного. До новых встреч и пока-пока. Скоро не переключайтесь. Всем удачи.